Убрать трап! Отдать швартовый! Парус по ветру! Слушай, плыть всего 3 дня. Кругом обдираловка. Нам повезло, что нас вовсе взяли на борт. Да, ты, кстати, появился вовремя. Спасибо, что поручился за меня. Капитан хороший человек. Да. Слушай, плыть 3 дня. Как тебя зовут? Мухаммад. Меня Касим. Будем знакомы. Будем знакомы. Так зачем ты плывешь в эту глухомань, Мухаммад? Чтобы встретить человека. А потом что? А потом обратно. То есть, подожди, ты плывешь туда 3 дня, встретить одного человека, потом обратно? Возможно. А возможно, задержусь день, два. А, понял. Ты, как я, путешественник. Я тоже мотаюсь. Долго на месте не сижу. Может быть, у нас много общего? Чем ты занимаешься в своем путешествии? Да все тем же. Поиском лучшей доли. Знаешь, Мухаммад, в этом селении люди нехорошие. Тут у меня не задалось. Но я не унываю. Отправляюсь на новые земли, чтобы испытать судьбу. Ты, скажи, Мухаммад, ты тоже так? Нет, нет. Ну, а что будет, когда ты прибудешь на месте? Что тебя там ждет? Знание. А-а-а! Так ты ученый! Да. И путешествуешь, получается, ради знаний? Именно так. Интересно. А на какие средства ты это делаешь, Мухаммад? Наверняка это затратно. Нет, ты, конечно, можешь не отвечать, если это личное. Если тебе и в самом деле это интересно, то я расскажу. Я путешествую на средства, которые получаю от аренды жилья, что осталось мне в наследство от отца. И многое интересно знать. 500 дирхамов. Ого! 500 дирхамов! На эти деньги я бы мог прожить безбедно много дней и ночей. Богатство человека... Не в деньгах. Я знаю. Богатство в их количестве. Все равно знаешь, Мухаммад, нехороших людей много. Опасно при себе держать такую сумму и путешествовать в одиночку. Все по воле Аллаха. Да, все по воле Аллаха. Пойду узнаю у капитана, будут ли кормить попутчиков. Украли! Меня обокрали на корабле воры! 500 дирхамов пропало у меня! Что случилось? Кто? Да откуда я знаю, пропали с этого хурджина! Капитан! Капитан! Да не ори ты! Капитан, хорошо, что вы здесь! У меня пропали деньги с хурджина! Откуда пропали? Я сколько? Я же говорю, с хурджина 500 дирхамов! Мои матросы честные люди! Я сам набирал команду! То есть, по-вашему, я вру? Немедленно обыщите всех матросов! Мы обыщем всех в вашем присутствии. Хорошо. Да. Я хочу, чтобы вы всех обыскали. Найдите мои 500 дирхамов. Посмотрите у этого матроса. Как видите, здесь чисто. А у этого? И у него ничего нету. Так, идемте дальше. Прошу меня простить. На моем корабле произошла кража. Я должен найти пропажу. Не могли бы вы показать содержимое вашей ноши? Конечно. Этого не может быть. Ну и где же, по-твоему, твои 500 дирхамов? Мы об... Где? Этого не может быть. Этого не может быть. Возможно, он спрятал их тут. Да нету тама. А может, здесь? Капитан, тут их тоже нет. А может быть, у него вообще не было денег?
Не может быть, не может быть, а может они... А может, ты водишь нас за нос? Да откуда ему 500 дирхамов? А ты сойдешь на берег при первой же швартовке. И это ты еще легко отделался. Ты же религиозный человек. Ты меня обманул. И ты теперь еще меня обвиняешь во лжи. Ну а зачем ты тогда мне сказал того, чего у тебя нету? Я не солгал. Я их выбросил. Что? Куда? В море. В море? Зачем ты это сделал? Слишком много вопросов ты задаешь. Это последний вопрос. Я собираю хадисы нашего благословенного пророка, алейхи салату вассалам, чтобы его знания стали для нас опорой в эти трудные времена. А если меня будут знать как вора, упаси меня, Аллах, от этого. Разве тогда кто-нибудь отнесется с доверием к моим трудам? На этом я хочу закончить наш разговор. Да. Я тебя оставлю. Я знаю, кто ты. Ты имам Аль-Бухари.